Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. Сегодня хочу, девочки, поделиться с вами хозяйственными покупочками. Ну вот, честно говоря, я не знаю, как у вас, а у меня это моя любимая, моя страсть – это хорошая посуда. В частности, чайник Регент и вот объем 3 литра. Отличный чайник у меня, он сейчас, я его эксплуатирую, очень причем давно, с большим удовольствием. Чайник такой минималистичный, но очень удобный. Чем он удобен? Во-первых, тем, что в нем хороший объем. Дальше хорошая фирма, но это Китай, но сама по себе добротная, качественная вещь. Дальше он достаточно легкий, нержавеющая сталь, его можно намывать, чистить. Свисток хорошо свистит. И вы знаете, что мне нравится? Мне нравится то, что вот эта ручка и сама крышечка чайника, куда мы наливаем водичку, она прорезиненная. То есть, чем плоха пластмасса? Вот эта черная пластмасса, ее изобилие тем, что она нагревается, и когда вы ее касаетесь, вы можете обжечься, ожог. И она начинает плавиться со временем и начинает трескаться, пахнуть. А с этим чайником ничего не будет. Он уже проверен мною не одним годом. Очень классный чайник. Да, он сейчас находится на скидке. И если вы участвуете в акции Regent Inox, «Блинная сковорода» в подарок. То есть, если вы купите на сумму 4000, вам еще подарят бесплатно сковородку. Все эти покупки я сразу же говорю, что я делала в онлайн-трейде. Чем удобно? То есть вы делаете заказ, и дальше вы можете выкупить. Приезжает ваш заказ, и в течение 3 дней вы выкупаете. Можете выкупать наличными, можно выкупать по банковской карте, там вы можете это узнать. И по городу, в разных частях города, в разных районах есть пункты доставки. Там вы указываете. Очень удобно, отличный чайник. Далее, что еще хотела сказать. У меня вышел из строя, к сожалению, внешний аккумулятор. Просто со временем, я в свое время делала обзор, у меня был аккумулятор Harper. И, в общем, я, так сказать, с удивлением увидела, что он распух. То ли я его давно уже использую, то ли я его, может быть, где-то нечаянно ударила, то ли перепады температур. И, короче говоря, он у меня распух. Я пыталась там как-то его совместить, две половинки, но мне это не удалось. И когда я прочитала, какие последствия могут быть от этого, что вплоть до взрыва и до воспламенения, я, в общем, была в тихом ужасе. Я этого не знала, к сожалению. Но когда я узнала, я, естественно, я его быстренько утилизировала. И на смену ему я купила внешний аккумулятор Xiaomi. Так он выглядит. Он достаточно компактненький, небольшой, аккуратненький. Здесь хорошо тем, что здесь большая емкость аккумулятора. И от него можно даже заряжать компьютер, ноутбук. То есть, если мы в описании будем смотреть, он, Harper, был достаточно такой тяжеленький. Небольшой, но тяжелый. А здесь у нас два USB разъема, зарядка ноутбуков. Кстати, эта функция не во всех есть внешних аккумуляторах. Где-то есть, где-то нет. Это зависит от мощности. Дальше беспроводная зарядка нет. 200 грамм. То есть, вот, ну, я почитала, микро-USB есть. Ну, в общем, пластиковые – это Xiaomi. Я не знаю, многим нравятся Xiaomi и телефоны, и, в общем, гарнитура, и различные другие компьютерные приспособления. В общем, ну, я знаю, ну, хорошие отзывы. И главное, что компактный и не тяжелый. Положил сумочку и, пожалуйста, и обью. И быстрая зарядка, самое главное, быстрая зарядка. В общем, я пока еще в процессе использования. Ну, так вроде бы ничего, все нормально. Дальше, девочки, на той неделе пошла такая пляска. Lavazza объявила то, что она не будет, закрывает, приостанавливает производство. Но это мой любимый кофе, особенно вот этот крема густо. И я, конечно, я до этого подкупала. Ну, я уже говорила, что
Я все в норку, все в дом. Если есть возможность какие-то скидки, я все что-то подкупаю. И, в общем, у меня уже был запас достаточный кофе по сниженным ценам. Ну а здесь, когда это понеслась такая пляска, я, в общем, решила себе еще купить. Но, вы знаете, мне не удалось купить то, что я хотела. Я хотела вот эти жестяные банки, они подороже, чем, допустим, такие более компактные. Но здесь уже выбирать не приходилось, потому что все раскупили. То есть я заказала 4 упаковочки разные. Там у меня было лавацци экспресса, лавацци вот крема густо по 2 упаковки. Но дошло до меня только 2 банки, потому что все остальные сказали, что нет, уже нету, все уже разобрали. В общем, хотя заказ был оформлен. Ну ладно, я и довольна и этим. Затем, что я могу сказать? Можно еще также приобрести. Это вот чем мне нравится онлайн-трейд. У них все очень чисто и аккуратно. Если, например, я заказывала что-то в Озоне, то вы знаете, как поросята, как будто, вы знаете, не людям, а свиньям привозят. То есть я заказывала, например, краску, и вот эта краска помятая, коробка, там что-то оторвано, кое-как. Потом я мышку заказывала себе, тоже, вы знаете, слегка помятая. В общем, честно говоря, мне Озон не очень нравится по доставке, потому что не всегда аккуратно, не всегда вот такой как-то вот товарный вид приходит хороший. Ну, а краска меня вообще, так сказать, у меня было просто желание принципиальное взять его и вернуть. Но так как с краской проблемы, то, конечно, вот здесь выбирать не приходится, я оставила.